20 и 21 октября на спортивных объектах армейского клуба проходил открытый чемпионат ЦСКА по военно-прикладным видам спорта. Участники – личный состав органов военного управления, организации учреждений Министерства обороны России. Основные задачи чемпионата – выполнение подтверждения разрядных нормативов до первого разряда включительно по военно-прикладным видам спорта, а также укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни, развитие физических и морально-психологических качеств. Эти виды у нас прописаны в законе. То есть наше правительство издало федеральный закон 695, где мы должны развивать военно-прикладные виды спорта. Мы отсюда вот как бы берем наши истоки, наше начало. И, естественно, денежное вознаграждение, которое они будут получать по выполнению спортивных разрядов, это тоже немаловажно. Это тоже стимулирует. Ну вот как бы это одно из вот направлений. Министерство обороны уделяет большое внимание развитию военно-прикладных видов спорта. Начиная с 2010 года в вооруженных силах проводятся специальные спартакиады и чемпионаты, в рамках которых предусматривается проведение дополнительных соревнований среди офицеров центральных органов военного управления. Что же касается нынешнего чемпионата, то его участники в целом хорошо справились с поставленной задачей. Все победители-призеры набрали необходимое количество баллов и улучшили свои спортивные разряды.